Ну да, и потом ведь этих вот событий, особенно вот путешествий, вот этих, у нас же сейчас душа только путешествует, астрального тела нет, у нас только астральная оболочка остается, потому что после смерти у нас все тела, если они есть, они разрушаются. Их надо в действительности восстанавливать. Раньше это все делала школа. Ну а сейчас школа этим не занимается. Почему она называлась школа-то? Она, потому что школу, то есть школа это вот, она, человек возвращался с школы, и он вспоминал свою жизнь и свои навыки. Зачем ему учиться снова? Ему надо было только вспомнить свою жизнь и свои навыки. И класс это кола, ас опять, да? Надо было вспомнить себя, когда ты был еще на уровне аса. Ас это, мы знаем, что это высшие, так сказать, существа. И класс это в действительности ту жизнь, которую ты вспомнил, вспомнил две, ну, у тебя, значит, второй класс. Вспомнил 20 жизней, значит, 20 класс. И, соответственно, школа-то, она совсем поменяла свои функции. Вот сейчас мы только детишек учим тренировать память. А все вот эти вот навыки, никто этим не занимается. Вообще практикой никто сейчас в школах Не занимаются. еще годы советской власти там что-то делались. Девочек учили готовить пищу, шить. Мальчиков учили делать утварь, там всякие мебельные и прочие вещи. А сейчас этого ведь нету. Даже я помню, на автомобилях учили детишек на права. Да и в Америке это все еще осталось. У нас нет, уже нет.